Большинство из нас являются налогоплательщиками. Если кто-то об этом забыл, то рискует перейти в разряд должников со всеми вытекающими последствиями. Избежать такой участи еще не поздно. День открытых дверей состоялся в среду в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Мероприятие было рассчитано на простых граждан, которые по закону обязаны заплатить имущественный налог. Последний срок, как известно, истекает 1 декабря. Специалисты ведомства ответили на вопросы граждан по теме налогообложения имущества, рассказали, как удобнее заплатить налоги, как проверить правильность их расчета и прочее. В случае необходимости в операционных залах можно было получить дубликат уведомления. Посетители также смогли подписаться на бесплатное ежеквартальное уведомление о сумме задолженности. В управлении ФНС отмечают важность таких акций, так как налогоплательщики, как правило, предпочитают откладывать все на последние дни. На сегодняшний день поступило в бюджет Тверской области, в региональные и местные бюджеты муниципальных образований порядка уже 2 миллиардов рублей, что составляет 70% от начисленной суммы. И мы ждем еще уплаты имущественных налогов. Как правило, люди у нас платят уже в последние дни ноября или в сам день уплаты 1 ноября. Поэтому для тех, кто не получил по каким-то причинам налоговое уведомление, у кого-то есть вопросы, для этого мы и проводим дни открытых дверей, чтобы более подробно предоставить информацию об имущественных налогах.